С утра субботы люди несли цветы к мемориалу, который организовали у Вечного огня, памятника погибшим в Великой Отечественной войне на Аллее Славы. Здесь же субботним утром по инициативе сторонников партии «Единая Россия» состоялся импровизированный митинг. Сейчас надо сплотиться и быть более внимательными. Время, в которое мы живем, очень непростое. Потомки смогут его анализировать, а мы с вами в нем просто живем. Заместитель председателя Совета депутатов округа Валерий Черников рассказал, что несколько жителей муниципалитета были в момент совершения теракта в Крокус-Сити. К счастью, им удалось спастись. С моего округа житель был там как раз в зоне событий. Получилось у них убежать оттуда, приехал домой. Я звонил, спрашивал. Даже вот сложно подобрать слова, чтобы поддержать тех людей, которые оказались в такой ситуации. Потому что это боль, это ужас, это страх. С просьбой помолиться за погибших к собравшимся обратился благочинный Видновского церковного округа иеромонах Сафроний. Что мы сейчас можем сделать для наших собратьев и сестер убиенных? Так это действительно помолиться о блаженной участи их загробной жизни, о блаженном упокоении их, о том, чтобы Господь простил их грехи и вселил их в небесное царство. К мемориалу люди принесли не только цветы, но и лампады и детские игрушки. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.